Всем привет! Вон тут Ливсик знакомится с Лишиной шляпкой. Ливсик, забери у нее шляпку. Задану вас всех. Ливсик, тебе же нравятся такие штучки. Ну, покажи ему. Ну, как? Покажи. Он, я думаю, что он хочет кончик у тебя отобрать. Вообще покажи. Пусть на тебя посмотрят. Ведьма ты наш. Угу, беззубая. Осталось метлу купить. О, видите. Ты чё? Весеняница. Да, Лисик. Давай я тебе подоняю клетку. Да. Ливсик, ты так это скромно и незаметно делаешь. Это ты на Хэллоуин не купила шляпу. Я купила подурачиться. Что мы и делаем. Не-не-не-не-не-не-не. Я на этом такое не догадалась. Ну, даже Аркаша ожил. Даже Аркашенька ожил. Шляпка ему... Скорее всего, понравилось. Одному Томочке не нравится. Липсик, она тебя обижает? А ну, замри. Алиса, подойди к нему и замри. Ну так нечестно, он же тоже хочет посмотреть, что за шляпка. Это моя шляпа. Да? Это твоя шляпа? Моя. Страшный зверь, да? Дай. Эх, Ливсик, Ливсик. Весельчак. Он у нас прокачанный, он у нас уже ничего не боится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!